Всем добрый вечер, мои дорогие. Добро пожаловать ко мне домой. Я всем вам очень рада. Меня зовут Ирина, и я рассказываю о цветах. О цветах в интерьере. Ну и, конечно, в экстерьере. Неожиданно для себя решила снять небольшой кусочек вам видео, потому что ждала натуру, солнышко ждала. Делала фотографии для Инстаграм, задумала уже сегодня. Попрохладнее стало после урагана у нас в Саратове. Ну, как урагана, прям штормило так, сильный ветер был. То одно, то другое, вот дождалась, целый вечер уже наступил. Как говорят киношники, натура уходит, а фотки я задумала уже сделать. И так жалко было тут красивую картинку вам не показать. Ну, на мой взгляд, красивая. Потому что подталкивал меня почти уже увядающая бугенвилия. Вот-вот уже сбросит свои цветочки. Тут я вспомнила про свою скатерть. Думаю, как хорошо сделать фотки с ней. Хочу обрезать на, конечно, укоренение пустить череночки. И вот пока цветочки еще живы, думаю, дай сделаю несколько фоток. Началось с банально, вот просто с бугенвилии, с горшка красного. Потом я вспомнила про чайник, про чашку и понеслось. И даже вот крестовник сюда. Подождите, кто это? Крестовник? Ну да, наверное, роули. Еще не выкладывал фотки, вот только что отщелкал несколько штук на обычный телефон. Кто увлекается фотографией, конечно, я не профи, но рекомендую придерживаться определенных цветов. На фотографии будет, например, не видно горшок, что он спрятан, он просто в коричневую ткань, видите, секреты мои такие, лайфхаки. А на самом деле он вот такой белый, пластиковый, страшный, и он бы выделялся на фотографии. Я знаю, некоторые так спокойно к этому относятся. Я не могу, когда что-то там инородное присутствует. Не по моей задумке. Мне кажется, косы вот эти хорошо легли, правда? Может, кто-то скажет, бестолковое сегодня видео. Но я не могла не поделиться вот такой яркостью красок. В последнее время, я говорю, с возрастом полюбила. Все такое насыщенное, все такое цветное. Так сказать, комплексюшки уходят. Уходят. Нет уже страха к ярким цветам. Вот видите, пустой багет. Сняла все подвесные, один вот остался. Заморж. На соплях. Все мне так и не починили. Вот видите, как гуляет все. Боюсь. Ветер поднялся сильнейший на днях. Думала, дождь. Побежала. Все горшки стала прятать. Думаю, сейчас, как не дай бог, град какой-нибудь. Или снесет ветром, все разобьется, керамика. Вот туда в бендешку все прятала. Как только я спрячу все это, выходит солнце, дождя нет. Но как только меня нет дома, и они стоят здесь, обязательно что-нибудь приключится. Вот видите, последствия града какие. Но это еще в прошлый раз я показывала вам. В этот раз града не было. Но вот так все побито. Кто не был у меня в прошлый раз, показываю вам потери свои. Посмотрите, вот это все град. Видите, что с листьями? Очень жаль. Вот это тоже все. Хоббиты все побиты. Это вообще в страшнючем состоянии. Но лезет молодежь. Вот там, видите, зелененькие подрастают. Предводитель дворянства тоже начал немножечко выпускать листву. Я его сильно порезала. Вот, видите, мелочевка лезет. Очень сильно, потому что боялась, что упадет. Формирую вот такие вот баобабские стволы.
Вы с Альберта ничего, накрывал его пленкой от дождя. От этого, видите, повредил ему верхние иголки все. Вот здесь тоже хрупенькие они. А у меня во двор упали или как. Я не знаю. В общем, прилетели. Пытались летать, наверное, два сорочонка. Крупненьких уже. И упали во двор, а взлететь не могли. И вот они полюбили. Ну, я им давала там покушать. Я не знаю, кушали они, не кушали. Я не поняла, что тут сороки творили. Кричали, кричали. И вот эти вот два сорочонка садились вот именно на этот цветок. Вот поэтому он такой весь облезлый. Были они у меня во дворе, птички, дня два, наверное. Сороки со всей округи трещали, ругались, кричали. А потом выхожу утром, нету. Но справедливости ради, кошек у меня не бывает во дворе. То есть им здесь было безопасно. Я сначала хотела вынести им туда, к родителям. Думаю, кошки порвут. Ну, в общем, я надеюсь, я так думаю, что все-таки они смогли взлететь и улетели. И вот они мне цветочек поломали очень сильно. Ну, собственно, и все. Не буду вас долго задерживать. Там пуляшка сидит, на солнце греется. Мало ей солнца было. Видите, уже вечер, солнце такое более-менее ласковое. Ральф, Ральф! Сейчас Вовку вам покажу. Привет. Привет. Да, такой разговорчивый вообще. Откликается только на Ральфа. Да. Ну да, расскажи что-нибудь нам. Ральф. Ой. Ну пошлите, закончим красотой еще раз. На красивой картинке. На мой взгляд, красивый. Сейчас фотки в Инстаграм выложу. Кто не подписан, заходите. Я недавно открыла новую страничку в Инстаграм про цветы. Вот запечатлим остатки цветения. Такая махровая роскошь. Обнимаю вас всех. Некоторых целую. Прижимаю к своей пышной груди. Пока-пока.